Ну, что вам сказать? Ну, как бы пока что мы вкатываемся не так быстро, как хотелось бы, если честно. У нас много детских болезней, мы никак не можем им переболеть. Вот. Страх, неуверенность, вибрации. Ну, не берем это, опять же, технические моменты. То есть игра стала быстрее, игра стала жестче, ребята старше. Вот. И поэтому, ну, со многими моментами мы пока еще не справляемся. Ну, это видно и по результатам, в принципе. На данном этапе мы уже говорил, что мы немножко уступаем физически, технически. Мы уступаем скорости мышления, скорости принятия решений. Ну и плюсом детские болезни. Поэтому, ну, нам приходится реально тяжело иногда. Ну, знаете как, хорошо, что он вообще, в принципе, есть, потому что, на самом деле, так, международной практики у нас фактически очень мало. А что он позволит нам определить, ну, посмотреть вообще, где мы находимся относительно, там, допустим, сборной России, сборной Словакии, сборной Казахстана. Какие уже боевые условия, ну, скажем так, здесь мы со старшими, здесь, там будут сверстники, но опять же будут лучшие сверстники своих стран, поэтому мы будем понимать, мы поймем, где мы находимся, с каких позиций мы стартуем и над чем нам работать относительно, опять же, наших конкурентов. Ну, знаете как, чего я жду? Ну, я жду, чтобы ребята все-таки сумеют себя проявить. У нас пока что, на самом деле, не так много игроков, которые проявляют себя, особенно в атаке. Вот, это, так скажем, вызывает некоторые опасения. Вот. Ну и, естественно, посмотрим, чему мы научились, и определимся, с кем пойдем дальше. То есть это тоже такой вариант. Это, ну, знаете, как контрольная работа. Ну, то есть, школе, возможно, да, какой-то отсек будет именно ротация потом. Он будет и до поиска, он и после поиска будет, я думаю, что. Ну, просмотры будут дальше обязательно, потому что, ну, скажем так, от чего мы оттолкнулись, от тех ребят, с кем мы провели 3 месяца, ну, не все справляются с предъявляемыми требованиями, поэтому отбор кандидатов, он идет по-прежнему.